знаю такое. Крючится слово. На скейте кататься. Знаю только слово Дмитрий. Молодчинка. Дом 10. Дмитрий, дом 10. По нотам играет. У нас сегодня прогулка без коляски. Вот так вот на папе Лёва гуляет. Да, Лёва, ты на папе гуляешь? У нас сегодня эксперимент. Мы продлеваем дневные сны. Делаем их только два вместо трех. Молодец, во. Вообще супер. Молодец. Еще и раскачивается. Круто. Лицо льва. А почему мне так нельзя? Я тоже так хочу. Ой. Лёва, ты что такой капризный? В Лёва лицо. Просто не самое счастливое. Все. Делитесь, как дела у вас с засыпанием, со сном, с расслаблением. Если не очень хорошо, то практически уверена, что у вас есть дефицит магния. Вообще он есть практически у всех. Хотя магний нам очень нужен, ведь он отвечает за здоровье нашей нервной системы. Когда я была беременна, я очень плохо спала. Именно тогда мне прописали магний. Ну не просто магний, а магний в хорошей дозировке. Именно тогда он круто работает. Я до сих пор принимаю магний и до сих пор хорошо сплю. Сейчас у меня вот такой магний. Магнезиум витамин B6 от Ultra Balance. Здесь очень хорошая дозировка. В двух капсулах вся наша суточная норма магния содержится. Принимаю обычно перед сном. Больше информации про магний я написала под этим видео. Там же оставила ссылочку, где купить. У нас у Лёвы в комнате вот такая теперь обновочка. Маленький небольшой столик. Мы обычно, я сижу на кресле, Лёва подходит к подоконнику, мы что-то там раскладываем с ним. Вот, но это было не очень удобно. Его столик мы убрали, поставили туда кровать. И вот я искала какой-то небольшой компактный столик. Идея пришла именно круглый столик взять. Я заказывала столик, а пришел он в комплекте со стульчиками. Даже вообще не поняла, как так получилось. Вот, то есть я даже не знала, что по такой цене и стол, и стул будет в комплекте. Но вот теперь вот так вот у него все удобно. Ну как, тебе удобно? Да. Нравится тебе твой столик новенький? Да. Угу. А что ты любишь за столиком делать? Пластилин играть. Угу. И в пазл играть. Один пазл. Да? Да, в прошлый раз. Тогда была ночь. А, ясно. Ну, давай, собирай. Куда? Куда? А, сюда. Зайцы. Мы с Лёвиком приехали. Кире на тренировку. Там вот Илья уже подошел с работы. И Лёва едет к папе. Давай, давай, разгоняйся. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Тормози. Опа. Это что такой за гонщик крутой? Кто такой крутой вообще? А там Кирюня у нас. Я был самый первый. Ты самый первый, да? А. Ну говори уже. Секретики там, а? Давай я тебе помогу.
Смотри. Мы сейчас упадем на спину. Конечно. Мне раза в три месяца. Ну что, тебе не страшно, Лёв? Нет. Это было очень страшно. Аж голова кружится. Давай еще. Пойдем. Ну давай. Лёвка. Все. Погуляться вечерочком. Просто гляньте. Гляньте на эту красоту. Все зеленое, я в шоке. И я тоже зеленая. Кирюшка же зеленый. А это миллион вопросов, что за велик. Я сама не знаю. Мы зашли в спортмастер, увидели, купили. Вот Штерн какой-то. Вот такой велик, в общем. Запоминайте, скриньте. Лёва у нас спокойно не ходит, да? Он прыгает. Кто тут пришел к маме? Такой красивый. Доброе утро. У меня на кухне мамочка колдует, готовит нам завтрак. Ну, прям как в детстве. Просыпаешься, у тебя мама дома. Так и получилось. Я проснулась, и мама уже пришла. И Кирюша открыл. Что у нас начинается? Магия вне Хогвартса. О, просто фантастический омлет. Можно я этого продам? Дать хочешь? Да. Зачем? Потому что он мне не нравится. Почему? Он во сне говорит еще конец. Да? Да. Это тебе такой сон приснился? Да. Что он конец говорил? Да. Еще такое мне приснился. Квандо. Дедушка против внуков. Спарринг. Кири, спокойно. Сильных самостоятельных женщин. Давай, Белла, давай, правильно. Сейчас, секунду. Давай, мам, докачай. И чё? Это всё? Давай какой-нибудь трюк. Так. Ну, ты почти как я на йоге в воздухе сейчас.